Всем доброго времени суток. Вы на канале. Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. На главной странице канала есть раздел "Плейлисты". Вы заходите в этот раздел, выбираете нужный плейлист для себя и смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии, не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, хорошие, добрые слова. Я к вам сегодня с новым узорчиком, вот с такой вот нарядной пряжей. Я думаю, как раз подойдет к этому узорчику. Схемки у меня сегодня, к сожалению, нет. И вы увидите, что для данного узорчика схемка, возможно, она нужна. Но есть такие нюансы, как объяснить те или иные моменты, которые я вам буду показывать непосредственно вживую. Итак, кто еще не знает, что за ниточка, смотрите, это Alize Angora Gold Simli. Берите, не бойтесь, работать с этой ниточкой. Ниточка классная, ниточка, возможно, не очень послушная, но у вас все получится. Итак, в 100 граммах 500 метров, смотрите состав, 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как она переливается, ниточка металлическая. Далее, нам советуют брать крючок от двойки до четверки. Да? Мы уже пробовали вязать тройкой, так, по крайней мере, я, мне, в принципе, все устраивает, я остановлюсь на тройке, а вы для себя выбирайте. Поплотнее будет узорчик, двоечку, да, два с половиной, либо, наоборот, узорчик более воздушный, рыхлый, значит, у вас должна быть четверочка, да, там, три с половиной, четверочка. Сами для себя подбирайте. Далее, смотрите, хочу показать цвет, какой цвет. 452 называется. И здесь нам производитель показывает, что данная ниточка хороша для чего? Шали, палантины, накидки и тому подобное. То есть Берите обязательно данную ниточку для шали, для палантинов, а также для любых ваших дизайнерских идей, какие вы надумаете. Итак, сегодня я хочу взять ниточку из серединки. Да? Я подготовилась, так скажем, уже показать вам, что можно брать и изнутри, так скажем, да, ниточку, и снаружи. Изнутри, конечно, будет намного удобнее. Моточек не будет бутыхаться у вас. То есть он лежит, а вы потихонечку вытягиваете. Здорово? Здорово. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек, но сегодня у нас такой узорчик, опять же ниточка тоненькая, да, смотрите какая она, видите, вот она расходится на несколько, вот, шерсть, акрил и металлическая ниточка. Маленькие волосочки, да, они для начинающих, так скажем, мастеров, они мешают. То есть, возможно, зацепиться волоском и так далее. И когда вы будете вязать, если вдруг надумаете распустить, распустить можно, но очень сложно. Но можно. Так? Поэтому сильно крючок тоненький не берите, кто особенно первый раз работает с данной ниточкой. А так все будет шикарно. Итак, ниточка тоненькая, крючок тоненький. Узорчик хочу показать побольше, поэтому я предлагаю вам набрать 10, получается, у нас петелек. Это раппорт узорчика. Давайте наберем 51 петельку. Ну, я буду набирать 51, а вы смотрите, как вам удобнее. Итак, фиксируем. Все как всегда. А теперь 51 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три, четыре, Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два. 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Вот это будет мой образец. Дальше набираем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И в пятую петельку ныряем. Ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом 2 петельки 2 петельки далее накид в следующую петельку ныряем и провязываем точно так же столбик с накидом и в следующую и в последующие и во все петельки цепочки нам сейчас надо будет пройтись столбиками с накидом не пропуская ни одну петельку то есть сами для себя считайте если я набрала 51 воздушную петельку я должна сделать 51 столбик с накидом и не забывайте, что вот эти вот три первые петельки подъема, это тоже столбик с накидом. То есть сейчас, смотрите, я провязала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Понятно? Шесть столбиков. И вот так вот до конца ряда отрабатываем навыки провязывания столбиков с накидом. Да? Но это, опять же, необходимо для узорчика. Далее будет нам удобно вязать со столбиками. Договорились? Давайте до конца ряда самостоятельно столбиками с накидом. Сами считайте, сами себя контролируйте. В конце ряда я вас здесь встречаю. Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот наша нарядная полосочка готова, первоначальная. Что делаем дальше? Вы просто повторяйте, хорошо? Вы когда увидите результат и поймете принцип узорчика, будет намного проще. Итак, для начала мы сейчас с вами набираем 15 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все, вот у нас вот такая вот картина, наша полоска из столбиков и 15 воздушных петелек. Далее, что мы делаем? Мы отсчитываем от крючка шестую петельку, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в шестую петельку ныряем просто крючком без накида, Оп, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида, две петельки вместе есть. Далее две воздушные петельки: раз, два. И тут же на этой же цепочке пропускаем 2 петельки. Раз, два. В третью петельку ныряем и провязываем точно такой же столбик без накида. Вот. Вот такая картина у вас должна получиться. Так. Далее смотрите внимательно, что мы делаем. Вот у нас наша цепочка. Назовем его первое колечко, так скажем, да? Второе колечко. Мы поворачиваем наши вот эти колечки. Так. И вот наше первое. Понятно колечко? Первое, второе и в первое колечко делаем накид и провязываем столбик с накидом. Есть. Угу. Далее возвращаем колечко обратно. Не запутайтесь. И провязываем вот в основание, там где мы начинали наши воздушные петельки, мы сюда в основание провязываем столбик с накидом. Просто повторяйте. Вы потом поймете принцип. Просто повторяйте. Понятно? Далее. Провязали столбик с накидом, Далее опять наше колечко разворачиваем обратно. И в это же первое колечко провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Секундочку. Петелька. И сюда же 2. Понятно? Просто пока повторяйте. Далее что мы делаем? Мы делаем одну воздушную петельку и возвращаемся к нашим столбикам. Вот наш ряд столбиков и отсчитываем, отсчитываем, получается, от самого первого столбика отчитываем 4 столбика. Раз, два, три, четыре. Ныряем в пятый и провязываем столбик без накида. То есть у вас получается первоначально вот такая вот картина. Видите? Вот. Все. Вот наше центральное колечко. Около него мы танцуем с этими столбиками. Далее что мы делаем? Точно так же делаем одну воздушную петельку. Есть. Вот наше колечко, помним, да? Опять возвращаемся к этому колечку. Просто повторяйте. Возвращаемся к колечку и провязываем сюда в это колечко 3 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Как только провязали 3 столбика, возвращаемся обратно. Ну, будем так вот крутить нашу красоту. Теперь опять пропускаем. Раз, два, 3, Сейчас, секундочку, смотрю внимательно. Раз, два, три, четыре. И в пятый, в пятый столбик провязываем столбик с накидом. Вот, видите? Вот такая вот получается первоначальная картина. Опять возвращаемся к нашему колечку разворот. Опять вот наше колечко и провязываем еще два столбика с накидом сюда. Раз столбик с накидом, два столбика с накидом. Вот, у нас получилась такая вот половинка нашего будущего цветочка. Здесь будет цветочек. так Мы провязали нижнюю половинку. Возможно запутано, возможно замудрено, Просто повторяйте пока за руками. Угу. Далее что мы делаем. Теперь мы будем дальше делать следующий, получается, половинку этого же цветочка. Для начала мы сделаем 12 воздушных петелек. Здесь у нас было 15. Сейчас мы делаем 12. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Сейчас мы с вами будем повторять все то же самое, что мы делали здесь. То есть мы опять считаем от крючка шестую петельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ныряем в шестую, получается, петельку и провязываем столбик без накида. Есть. Две воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем опять 2 петельки в цепочке раз два в третью ныряем провязываем столбик без накида вот вот такая вот у нас получается картина дальше что мы делаем опять наше колечко вот это вот разворачиваем вот таким вот образом и вот оно первое колечко в него мы провязываем один столбик с накидом есть далее получается мы возвращаемся вот к нашим нашему ряду из столбиков с накидом и делаем накид. Вот, помните, мы столбик провязывали с накидом? Вот сюда же, опять же, мы вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Повторяйте просто. Есть. То есть вот такая вот получается картина. Вот наше колечко. Вот наше колечко. Вот наша ножка. Видите, вот, вот точно такая же, как здесь была. Мы только что ее провязали. Опять возвращаемся к нашему колечку. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Как только провязали два столбика с накидом, делаем воздушную петельку. об И теперь вот от этой ножки, которую мы только что провязали, отсчитываем 4 столбика. Раз, два, три, четыре. В пятый столбик ныряем столбиком без накида. Понятно? Вот видите? Вот у нас пол цветочка. А это четвертинка цветочка. Теперь будем дальше продолжать половинку следующую. Итак, воздушная петелька есть. Поворачиваемся опять к нашему колечку. Да, вот наше колечко. Мы идем к нему и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Как только три столбика провязали, опять разворачиваемся к нашим вот этим вот столбикам. Так, и смотрите, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, четыре. И в пятый получается, провязываем столбик с накидом. То есть мы формируем ножку. Вот. Помните, вот ножка. Вот мы эту ножку как раз здесь и формируем. Как только сделали ножку, опять разворачиваемся к нашему колечку и довязываем последние два столбика. Раз столбик с накидом и два столбик с накидом. Понятно? Вот наши цветочки, полуцветочки, так скажем, да, готовы. Половинка раз, половинка два. В следующем ряду, конечно, будем доделывать вторые половинки. Ваша задача сейчас. Набирайте опять 12 воздушных петелек. Далее отчитывайте от крючка шестую петельку в шестую петельку столбик без накида. 2 воздушные петельки. Отсчитывайте опять 2 воздушные петельки и в третью столбик без накида. Помните, да? То есть как вот мы здесь провязывали. Далее вы провязываете в колечко, вот в колечко в центральное, один столбик с накидом и далее делайте ножку. Угу. Опять возвращаетесь в колечко, 2 столбика с накидом. Воздушная петелька и через 4 столбика, здесь будет через 4 столбика делать, присоединять столбиком без накида. Опять воздушная петелька, в колечко 3 столбика с накидом. И далее опять пропускаете 4 столбика и присоединяйтесь уже столбиком с накидом. Поняли, да? То есть у нас есть ножки вот такие вот, ножки, да? И между ними столбики без накида. Как только сделали ножку, опять сделали в колечко 2 столбика с накидом. И можете опять набирать еще 12 воздушных петелек. То есть в самом начале мы для подъема сделали дополнительно еще 3 петельки, да, получилось 15. Во всех остальных случаях у вас получается по 12 воздушных петелек. Если что, перематывайте немножко назад, да, повторяйте все эти этапы. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Покажу, как заканчиваем ряд. Давайте у вас получится. Итак, смотрите вот такая вот красота получается видите по половинке цветочка пока вырисовывается ровненько аккуратненько далее что мы делаем как мы заканчиваем ряд вот мы же провязали до да, последние два столбика но нам нужно краешек как бы выровнять мы смотрите делаем два накида и сюда же где мы только что провязывали ножку да, нашу мы делаем столбик с двумя накидами то есть провязываем по две петельки 2 2 2 все так вот наш ряд закончится. Далее одну воздушную петельку, поворот. И сюда же, где мы только что провязали наш столбик, мы ныряем и провязываем столбик без накида. Приступаем ко второму ряду да, узорчика. Итак, смотрите, делаем воздушную петельку. Теперь опять же работаем вот с этим нашим колечком. Ныряем в это колечко и провязываем 5 столбиков с накидом. Ничего сложного. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. 4 5 есть 3 воздушные петельки 1 2 3 и опять сюда же ныряем и провязываем еще точно таких же 5 столбиков с накидом ничего сложного 1 2 3 4 5 есть угу. Далее, чтобы завершить, так скажем, наш цветочек, нам необходимо сделать воздушную петельку. И теперь смотрите, вы можете нырять вот так вот в арочку, да, помните, здесь три, получается, воздушные петельки образовались, и провязывайте столбик без накида. Либо же, да, я показывала в предыдущих видео, можно сделать чуть-чуть поаккуратнее. Тут три столб... воздушные петельки, получается, мы в самую среднюю петельку ныряем, да, во вторую считаем. Раз, два, три, в среднюю петельку ныряем, именно прямо в петельку. И провязываем столбик без накида. Вот такая вот картина. Опять воздушная петелька. И опять работаем с колечком. Пять столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, три воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же. Пять столбиков с накидом. Раз. 2 3 4 5 воздушная петелька и вот она арочка да, между нашими цветочками я ныряю в петельку вы смотрите как вам удобнее если вам позволяет пряжа крючок зрения ныряйте в петельку так будет как бы немножечко симпатичнее вот по итогу смотрите у нас получается вот такие вот начинают формироваться цветочки а как вам Несложно, да? Этот ряд вообще не сложно. Опять делайте воздушную петельку, ныряете вот это колечко, провязываете вначале 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. Опять воздушная петелька и ныряете либо варочку, либо в петельку. И так до конца ряда. Угу. Давайте. Вообще несложный ряд. Давайте. Оп. В конце ряда я его встречаю. Так, смотрите. Ну, красота же, да? Цветочки. Далее, что мы делаем? Как мы заканчиваем ряд? Мы сделали 5 последних столбиков с накидом и в одну воздушную петельку. Далее здесь мы петельку пропускаем, да, Вы помните, петельки были воздушные подъема. И через одну петельку в следующую провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре. Поворот, просто повторяйте сейчас. И делаем накид. Вот у нас здесь были 5 столбиков, так Отчитываем самый средний, третий, раз, два, три. С одной стороны, раз, два, три с другой стороны. И в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Нам это необходимо, потому что у нас цветочки цветочки будут находиться один над другим. Цветочек, цветочек, цветочек. И получается, вот здесь между цветочками должен быть крестик. Я вам покажу, как делать. То есть, это часть крестика. Поняли? Все, дальше делаем, повторяем за мной 15 воздушных петелек. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И повторяем пока. Пока частично будем повторять, как мы провязывали в нашем первом ряду узорчика. Итак, опять точно так же отсчитываем от крючка шестую петельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В шестую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида есть две воздушные петельки пропускаем в цепочке две петельки раз два в третью ныряем и вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида далее точно так же как мы делали в предыдущем ряду поворот и вот наш первый первое колечко да мы в него ныряем в это колечко и провязываем столбик с накидом есть Далее опять разворачиваемся. Вот. И провязываем столбик с накидом. Вот там, где мы соединяли столбик с накидом и 4 воздушные петельки. Беремся вот таким вот образом и провязываем ножку нашу, нашего цветочка, столбик с накидом. Возвращаемся обратно к колечку. Мы это уже умеем. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Два. Воздушная петелька. Смотрите, вот у нас получается наш цветочек формируется, так, и наша полцветочка четвертинка должна присоединиться вот к этой арочке, где мы провязывали в прошлом ряду три воздушные петельки. То есть мы сюда к этой арочке подсоединяемся столбиком без накида. Все. Если мы в предыдущем ряду присоединялись к к этим столбиком, то здесь к арочке. Далее, опять воздушная петелька, поворот, и здесь будьте внимательны. Здесь мы сейчас сразу же провяжем 5 столбиков с накидом. Понятно? То есть не как в предыдущем ряду с ножкой, а сразу же 5 столбиков с накидом. Будьте внимательны. Раз, два, три, четыре и пять. Понятно? Вот наша половинка, цветочка сформировалась но без ножки. Помните, да? Мы в предыдущем ряду делали ножку. В этом ряду мы здесь не делаем ножку. Сейчас покажу, как мы будем делать дальше. Итак, как только мы провязали 5 столбиков, делаем 12 воздушных петелек. То есть мы приступаем к следующей половинке цветочка. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Точно так же считаем шестую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В шестую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки. Опять в цепочке пропускаем две петельки. Раз, два. В третью петельку ныряем и провязываем столбик. Столбик без накида. Есть. Опять поворачиваем наши колечки. Так, и вот наше первое колечко мы в него ныряем и провязываем один столбик без накида. То есть пока мы провязывали все точно так же, как и было в предыдущих рядах. Далее, что мы делаем? Смотрите. После одного столбика, да, помните, мы провязывали ножку. Ножку, ножку, ножку и так далее. Здесь мы должны точно так же провязать ножку. Но мы должны еще присоединить ножку от этого цветочка, ножку от этого цветочка и ножку от этого цветочка. То есть мы должны сделать крестик, как я вам говорила, да? Смотрите внимательно, что делаем. Вначале 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь, как бы для удобства, да, я поверну вот так вот вязание. То есть я сейчас буду работать вот с этим цветочком. Помните, мы провязывали здесь 5 столбиков с накидом. Я беру самый средний, третий столбик. Раз, два, три. Присоединяюсь к нему столбиком с накидом. Но смотрите, как вытягиваю ниточку, провязываю 2 петельки и стоп. Дальше я не провязываю. Петельки на крючке держу поворачиваюсь, да, вот мой следующий цветочек. Опять точно так же. Три столбика, да, отсчитываю третий столбик, ныряю в третий столбик, вытягиваю ниточку и провязываю две петельки, стоп. Держу все петельки на крючке, накид. Поворачиваюсь опять, да, иду к следующему цветочку, опять отсчитываю третью, получается, петельку, третий столбик, ныряю в него и провязываю точно так же столбик с накидом, но не полностью. То есть я держу все петельки на крючке. Теперь я должна все эти петельки вместе провязать раз, одним махом. Понятно? Вот такая вот получится картина. То есть вот наш будущий следующий цветочек. И вот получается между ними находится такой вот крестик. Угу. Теперь какая особенность? Мне необходимо будет вернуться к этому колечку. Как я вернусь отсюда? Смотрите, вот там, где я делала первые три воздушные петельки, я по ним возвращаюсь соединительными петельками. Вы когда принцип поймете, это будет очень-очень просто, легко и быстро делаться. Итак, смотрите. Раз, два, три. Ныряю в первую петельку, вытягиваю ниточку, и эту же ниточку провязываю через петельку на крючке. Есть. Соединительная петелька. Далее. Вторая получается воздушная петелька. В нее ныряю, вытягиваю ниточку и сразу же ее провязываю через петельку на крючке. И третья петелька. Ныряю в нее. Нарираю, вытягиваю ниточку и опять же ее протягиваю через петельку на крючке. Есть. Все. Я вернулась к моим столбикам. Понятно? Вот наш крестик. Покажу еще раз. Вот он наш крестик между цветочками. Дальше я продолжаю дальше вязать вот этот вот цветочек. Понятно? Половинку цветочка. Итак, делаю два столбика с накидом. То есть дальше мы продолжаем, как мы и вязали. Опять в колечко. Два столбика с накидом. Раз сюда же 2 воздушная петелька и присоединяюсь к следующему цветочку к арочке несложно столбик без накида опять воздушная петелька возвращаюсь к колечку и вы помните да что в этом ряду мы провязываем 5 столбиков сразу же и так раз сюда же 2 сюда же 3 сюда же 4 сюда же 5 так смотрите мы, получается, провязали уже два полуцветочка. Видите? И они соединяются крестиком. Очень красиво. Теперь, получается, мы точно так же провязываем опять 12 воздушных петелек. И точно так же провязываем половинку нашу четверинку цветочка именно с крестиком. Повторим. Давайте еще раз. Так, для начала будем набирать 12 воздушных петелек. Итак, раз, два, три, четыре, 5 6 7 8 9 10 11 12 отсчитываем шестую петельку от крючка раз-два-три-четыре-пять-шесть шестую ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбиком без накида 2 воздушные петельки пропускаем 2 петельки цепочки раз-два в третью ныряем вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида поворачиваем наши колечки так и к первому колечку вот к первому колечку да делаем столбик в первом колечке столбик с накидом есть все теперь будем формировать наш крестик для начала 3 воздушные петельки раз-два-три начинаем как бы по часовой стрелке да, цветочек раз, цветочек точек 2 цветочек 3 Итак, накид к третьему столбику присоединяемся провязываем столбик с накидом но не полностью 2 петельки и стоп далее накид идем к следующему цветочку опять третьему столбику присоединяемся провязываем столбик с накидом не полностью 2 петельки стоп и к нашему третьему цветочку раз два три третий столбик провязываем столбиком с накидом не полностью все петельки на крючке провязываем вместе раз провязали и далее Возвращаемся вот по трем воздушным петелькам, возвращаемся назад соединительными петельками. Вам обязательно нужно попробовать вязать самостоятельно, потому что чтобы прочувствовать, где какие петельки, где какие крестики, где какие столбики. Это сложно вообще на самом деле. Все, третье есть. Далее возвращаемся к нашему колечку и провязываем два столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петелька, вот наша арочка нашего цветочка предыдущего ряда, столбик без накида. Воздушная петелька, опять поворачиваем наше колечко и провязываем в него 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре и пять. Вот, смотрите. Вот видите, какой наш очередной крестик. Красота, красота. Давайте самостоятельно до конца ряда. Так, если что, перематывайте чуть, -чуть назад, смотрите, повторяйте. Это не сложно, как может показаться с первого раза, но потом получится очень, очень красиво. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Я надеюсь у вас все здорово, классно получилось, и крестики замечательно вышли, и половинки, да, цветочков. Как мы заканчиваем этот ряд? Помните, мы здесь начинали, я говорила, что здесь у вас половина крестика. Здесь точно такая же будет половина крестика. Как это провязать? Смотрим. Итак, для начала, после 5 столбиков мы делаем 6 воздушных петелек. Просто повторяйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И далее будем присоединяться к нашим цветочкам. Да, у нас два цветочка. Раз, цветочек, два, цветочек. И вот к столбику без накида предыдущего ряда. Итак, накид. Поворачиваем, да, для удобства. Первому цветочку присоединяемся к третьему столбику, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Вот, следующий цветочек опять 3 столбика. Присоединяемся к третьему столбику, провязываем 2 петельки. Стоп. Держимся на крючке. И смотрите, когда мы присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда, мы делаем 2 накида. Ну, просто чтобы выровнять ряд. Угу. И присоединяемся к столбику без накида, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. Раз. 2 петельки, 2 и стоп. Понятно? Теперь опять у нас 4 петельки на крючке, и мы их провязываем все вместе. Есть. А далее нам же как-то необходимо будет вернуться, да? Вот получается, вот сюда. Понятно? То есть вот мы все будем подниматься по воздушным петелькам, для того, чтобы продолжать дальше следующий ряд. Как мы это сделаем? Мы вот так вот поворачиваем вязание. И поднимаемся по воздушным петелькам соединительными петельками. Нырнули в петельку раз провязали, нырнули в петельку 2, провязали, нырнули в петельку 3, провязали. 4, провязали 5. Все. Провязали. Сделали одну воздушную петельку и сюда же ныряем столбик без накида. Понятно? Теперь мы будем делать вторую половинку. Вы помните, как ее легко делать, да? То есть для начала мы делаем воздушную петельку, а потом ныряем в нашу вот эту вот арочку из колечка, да, и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, три воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же ныряем и провязываем еще 5 столбиков с накидом. Раз, два, три. 4, 5 воздушная петелька и либо ныряете в следующую арочку Да между цветочками 3 воздушные петельки, либо я непосредственно в петельку буду нырять. Оп, и провязываем столбик без накида. Опять воздушная петелька и опять провязываем 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. Угу. Вот, и у вас будет формироваться вот такой второй цветочек. Давайте самостоятельно сделайте вторые половинки для цветочков, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, красота, красота. Итак, точно так же, после 5 столбиков с накидом сделали воздушную петельку. Здесь получается, в нижестоящем ряду пропустили одну воздушную петельку, к следующей присоединились столбиком без накида. Угу, угу. И как мы продолжаем с вами, немножечко подскажу. Для начала мы с вами делаем... 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот и помним да что у нас здесь получается пол крестика да? поэтому мы присоединяемся к третьему нашему столбику раз считаем 1 2 3 к третьему и провязываем столбик с накидом а далее опять повторяем все то же самое опять 15 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и так далее. Опять 6 петелек отсчитываем, потом 2 петельки, да, делаем, получается, вначале в колечко наше в первое столбик с накидом, потом здесь мы присоединим ножку, помните, да, вот сюда же мы присоединяем ножку. Далее, получается, мы делаем точно так же 2 столбика и присоединяемся вот к нашей арочке. И тут мы делаем 5 столбиков. Помните, да? То есть у нас как бы первый ряд немножечко отличается, а все последующие ряды идут одинаково. Понятно? Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Получится очень красиво, вам понравится. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такие у нас получаются цветочки. Вот такой вот ажурный узорчик, да, по итогу. Как мы заканчиваем наше вязание, да, то есть мы же, мы можем, конечно, оставить вот непосредственно вот такими вот зигзагами, да, для какого у вас изделия. Если вам необходимо будет выровнять, чтобы было ровненько, да, то есть как в самом начале. Смотрите, делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, четыре. Поворот. И точно так же продолжаем, делаем как бы... Половину крестика, да? То есть, если вот так вот вы закончили свое вязание, видите? То есть будет половина горизонтального, так скажем, крестика. Здесь у нас по бокам половина вертикального крестика, здесь половина горизонтального. Итак, смотрите, присоединяемся опять к третьему столбику наших цветочка. Провязываем столбик с накидом. Есть, далее, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре. Столбик без накида вот в эту арочку. Столбик без накида. Дальше опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите: получается: мы делаем накид, присоединяемся к третьему столбику вот этого цветочка, провязываем 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Далее следующему цветочку присоединяемся к третьему столбику и провязываем столбик с накидом, но также не полностью то есть только 2 петельки стоп. А теперь все три петельки на крючке провязываем вместе вот таким вот образом понятно и дальше опять 4 воздушные петельки раз-два-три-четыре и присоединяемся в арочку столбиком без накида опять раз-два-три-четыре и делаем опять пол нашего крестика горизонтального то есть к третьему столбику раз присоединились и к третьему столбику два присоединились теперь провязываем все три петельки вместе Оп. и так далее до конца ряда Понятно. А дальше вы будете провязывать столбиками с накидом. Будете возвращаться, да? То есть провяжите сейчас до конца, да? А обратно возвращаете столбиками с накидом. Каким образом? Там, где 4 воздушные петельки, будет 4 столбика. Там, где вы соединили все, да, наши, получается, вот эти вот ножки, столбик 1. 4 воздушные петельки, 4 столбика. Там, где вы присоединялись к арочке, 1 столбик. 4, 1, 4, 1. Понятно? Все, и у вас будет точно такая же красота, как и внизу. Давайте самостоятельно до конца ряда обратно возвращаетесь столбиками и показываем результат, что получилось. Договорились? Давайте. Так, ну что, видите, как аккуратненько закончила нашу красоту. Воздушные петельки провязала столбиками с накидом. И получается, видите, я провязывала именно в петельки столбики. В предыдущем видео я показывала, как провязывать можно в арочку, да, оно как бы получается красиво, но не очень аккуратно. А когда непосредственно петелька в петельку, получается более аккуратно. Угу. Вот. вот такая вот красота по итогу получается. Красота у нас двусторонняя. Так. Кто из ребят здесь из отпросил способ безотрывного вязания цветочков, ну, как вариант, почему бы и нет, да? Вот такой вот легкий ажурчик получается. Естественно, из ниточек тоненьких, да, из таких нарядных, это будет что? Это будет палантинчик, кофточка, кардиганчик такого вот летнего, да, скажем, направления. Если вы возьмете ниточки потолще, ниточки потолще, это будет очень интересный снуд, очень интересный шарф. Попробуйте. Опять же, пока. Вязала, подумала, а что если данный узорчик использовать в платье? То есть, да, с подкладом, да, платьишко, сарафанчик. Я думаю, тоже будет очень интересно и необычно. Да? Все будут спрашивать, как вы это связали. Да? Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, оно оказалось несложным. Если что, задавайте вопросы, обязательно лайкайте и пишите комментарии. И не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового и интересного. А также под видео справа внизу находится стрелочка Поделиться с друзьями, с подружками. Делитесь в соцсетях. Заранее вам спасибо большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.